Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Транснефть модернизирует Новороссийский торговый порт за 108 миллиардов рублей. Крупнейшая в мире компания по суммарной протяженности нефтепроводов, Транснефть, контролируя нашим государством, в прошлом году озвучила масштабные планы модернизации портовой инфраструктуры Новороссийска. Транснефть, являющаяся ключевым акционером Новороссийского морского торгового порта с долей в 62%, утвердила инвестиционную программу обновления и расширения портовых мощностей на 108 миллиардов рублей. Указанную сумму инвестиций Транснефть планирует полностью освоить до 2029 года, потратив 63 миллиарда рублей на реконструкцию имеющихся объектов портовой инфраструктуры. Оставшиеся 45 миллиардов рублей будут вложены в строительство новых терминалов. Речь, в частности, идет о сооружении универсального погрузочного терминала, нового терминала по приему и перевалке контейнерных грузов. Помимо них, Транснефть также начинает строительство нового терминала по приемке минеральных удобрений. Благодаря вводу в строй новых терминалов, пропускная способность Новороссийского морского порта в ближайшие годы вырастет почти на 22 миллиона тонн грузов. К настоящему времени порт Новороссийска является крупнейшим в России по пропускной способности, количеству причалов и протяженности причальной линии, длина которой превышает 8 километров. По итогам допандемийного 2019 года Новороссийский порт обеспечил перевалку наибольшего объема грузов среди российских портов, обслужив 157 миллиона тонн грузов. В прошлом году грузооборот порта снизился до 142 миллионов тонн в связи с объяснимым снижением спроса на сырую нефть. Стоит отметить, что на долю российских нефтепродуктов приходится до 80% от суммарных объемов перевалки грузов в Новороссийском порту. Транснефть намерена диверсифицировать портовый бизнес и рассчитывает на серьезный рост экспорта российских товаров несырьевого сектора. Прежде всего, речь идет об экспорте российского зерна в страны Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, а также другой сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений. Благодаря инвестициям Транснефти в строительство новых терминалов, пропускная способность Новороссийского торгового порта к 2029 году суммарно вырастет на 11%.